И всем привет! В этом видео покажу вам, как добавить звук нажатия при взаимодействии с кнопкой, тем самым разнообразив вашу игру звуковым сопровождением. В прошлом видео я показал, как сделать кнопку и добавить ей анимацию, а сегодня мы это усовершенствуем. Если этим видео вам помог, то не забудьте нажать лайк, тем самым показав, что вам такая тема интересна. Берите чай и мандарины, мы начинаем! Сейчас нам нужно добавить фолдер Workspace для хранения наших звуков, а после чего закидываем туда саунд, который будет отвечать за воспроизведение. Также нам потребуется ID звука, его вы сможете найти в Toolbox, или если он у вас имеется, то просто перекинуть саунд. Теперь давайте добавим другие local script, то что мы недавно писали, и проверим это. Ага, видим ошибку в виде того, что скрипту не удается найти обозначенные нами пути. Выходим и исправляем проблему. А здесь мы прекрасно видим то, что не указано расположение звуков, недостающих local script. Смотрим, все работает. При нажатии кнопка воспроизводит указанный нами звук. Также можно заменять на что угодно и использовать это в разных случаях. Спасибо за просмотр, надеюсь, что это вам помогло решить задачу или получить новый опыт. Скоро увидимся!